В здании муниципального центра культуры в музее галереи боевой славы в рамках выставки инсталляции «Крымская весна» состоялась экскурсия для студентов Магаданского политехникума. Сегодня во всей стране проходят встречи, посвященные «Крымской весне». Музей галереи боевой славы, мне кажется, ни на день не прекращается разговор о возвращении Севастополя, о возвращении Крыма в состав России, потому что мы никогда не забывали о том, что Севастополь – это город-герой. Весна, крымская весна началась 9 мая 1944 года, в день освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. И вот этой исторической памяти мы учим детей, учим подростков, учим молодежь. На выставке представлены различные экспонаты из Крыма военных лет. Подростки узнали ряд исторических фактов о Крыме времен Великой Отечественной войны.